Так, ну что ж, вот они проблемы для Virtus.pro. Вот они проблемы для Virtus.pro. Только что вы их видели на сайт Пике, друзья. В студии StarLadder TV Slam вторая карта матча Virtus.pro против Team Dignitas. И сейчас нам станет с вами ясно, кто же пойдет играть в нижнюю сетку и кто будет ждать своего соперника между парой Титан и LDLC. Матч, кстати, тоже будет очень грубый, очень жесткий. И, в общем-то, здесь ВП начинают за атаку. Что будут делать Dignitas, я не знаю. Карты 50 на 50. На ней очень хорошо себя проявили Dignitas вчера в матче против французов. Ну, а поляки себя на ней проявили на нескольких чемпионатах, в том числе и LAN-чемпионатах, в том числе и на StarLadder, на LAN-финалах очень хорошо. Против разных команд, разного стиля игры. Начало весьма дерзкое со стороны Virtus.pro. Snacks открывает счет в этом раунде, уничтожая мидл. Первый фраг этой карты за польской пятеркой. Ну и датская четверка остается в сопротивлении. Датская тройка, 3 в 3, размены 15. Каджун, Ксипнекс. Ого-го, ВП потерялись. Потерялись на 15 и пытаются уйти Нео с бомбой. Но тут Каджун уже не отпускает. И это, по-моему, ГГшкой попахивает для пистолетного раунда. ВП пора паковать чумодан девайс. Ололо, 1-0. Ну вот если бы это был лан, но это не лан, это онлайн, и поляки могут выиграть. Вообще, я заметил, что парни, вот знаете, игроки, которые действительно уже не первый, уже с десяток лет отыграли хотя бы там 5, да, вот типа ВП там команд, да, на лане почему-то они играют намного суровее, чем в интернете. Вот что я заметил. Ну, в каком бы состоянии команда ни находилась, на лане у них почему-то всегда лучше получается. А вот Dignitas, это Dignitas на самом деле, это, скажем так, второй заход из сурс-сцены на сцену CSGO. Ну, если, например, год назад мы еще могли там видеть разницу в стиле игры сурсер ты или у тебя 1.6 школа, то сейчас даже не имеем права на эту тему спорить, потому что игра вот для... Ну, по физике игра реально сложная, и здесь ты либо можешь, либо нет. Так что... В Сурс ты играл или в 1.6, абсолютно неважно. Главное, играй здесь, нормально. Ну что, Virtus.pro, по-моему, взгрустнули таким, после такого пистолетного раунда, грубо говоря, проваленного вот в тапке проигранного. Вообще перестрелки в преимуществе на фланге, на зелени. И хотят выйти под дымки, что, в принципе, у них удается сделать. Только вот она что, Каджун принимает. Тут все, анал, карнавал на этом раунде. Хотя остался Паша 1-2. 1-2 еще ни о чем не говорит, но все-таки Пашу забирает Ксипникс, успевает подойти в спину, и счет становится 2-0. 1-9-2-2. В общем, Virtus.pro дублирует свое начало на второй карте. На Мираже начиналось все так же. Неясно, как они его отдали, почему не стали играть ровно в первой половине в атаке. И здесь ситуация может повториться. Так, Слэм, привет, что думаешь о составе команд? Я думаю, что состав нереальный. Как диги на Мираже выиграть у ВП умудрились? Ну, вот 16-8 примерно так умудрились выиграть. Так. Почему вы не играете на Цизгле? Вообще не понял, куда это пишут вообще. Ладно, все, Dignitas будут давить. Пишут болельщики. Вообще промониторил Твиттер. Друзья, да, я честно скажу, сразу скажу, что я думаю, что мне вот после... Вот если Dignitas здесь выигрывают, то, скорее всего, гранд-финал турнира будет именно Dignitas против Титанов. Я не знаю, почему мне так кажется, но я считаю, что сейчас эти две команды на этом турнире попробуют забрать то, что им не досталось в Катовице. Потому что там они получили 2000 долларов, здесь можно срубить больше. Hellraiser, кстати, попали в призовой фонд, вроде там 1500 долларов им падает. Общий призовой фонд этого чемпионата, этих соревнований составляет 21 тысяча долларов. И это уже второй сезон ФБМа. Первый сезон, кстати, можете посмотреть на Ютубе, как и второй, собственно говоря. Вообще на YouTube подписывайтесь, youtube.com/ssltv, там все записи трансляций. И, друзья, иногда есть такие чемпионаты, которые мне комментировать нельзя, потому что организаторы этих турниров считают, что нельзя давать комментатору StarLadder что-то комментировать. И я их все равно комментирую, заливаю на YouTube в режиме офлайна, поэтому там скоро будет очень много контента, который был откомментирован просто по фану. Вот, развлекаюсь я так. Ну, прикольно мне, что поделать. 3-0.
И поляки, по-моему, продолжают сейчас ставить паузу. Ну, вы это видите. Я уверен, что по их инициативе стоит эта пауза, так как Dignitas свой настрой боевой показали на первой карте, а Virtus.pro пока не понимают, что с ними происходит. Но задумываться им надо здесь не об игре соперника и не о своей игре, а о том, как выиграть Inferno. И вот, скорее всего, сейчас они обсуждают возможные повороты событий. Первую половину им надо брать... Ну, хотя нет, для ВП комфортный счет и 4 раунда будет. В первой. Так, что там? Вест. Ага, все, я понял. С Тазом что-то там было. He's back. Все, вернулся Таз. Ох уж этот Таз. Слэм, кинь конфиг положение рук. Я не знаю, что такое конфиг. Я нуб. Нубчик. Нубасик! Ну что, первый девайс на это Virtus.pro. И пока... Они и вправду никуда не торопятся. Они понимают, что ты... на Мираже уже поторопились. Поспешишь людей, насмешишь. И вот вывод сделан. Теперь играют очень медленно. Пошаговая стратегия занятия дома. Соответственно, с подготовкой всех нычек, с подготовкой всех раскладов. А, ну вот первый косяк, кстати, есть у Dignitas. Смотрите. Они дают полякам занимать дугу. Вот что отличает польскую команду, их вообще на дугу нельзя пускать. Потому что если хоть один заходит на Б, то начинается карнавал. Кстати, позиция Ксипникса такая здесь, то что когда он сидит в дыму где-то вот на этой точке, вы выходите и тупо его не замечаете. Вы видите дым, а он видит вас. Во всей красе. Ну что ж, 5-5, раскидка Апплента, и финальный аккорд в этом раунде будет поставлен сейчас на 15, если Каджун сыграет уверенно, но играет на добивание одного игрока. Девайс выцепляет двадцатку, но очень все четко, удачан с позициями. И даблкил! Ну просто жир на первом девайсном раунде. Virtus.pro точно сейчас не понимают, что они делают не так. В итоге минус 3 от снайпера команды, который играет на позиции в тюрьме. Антилогика какая-то. Девайс будет продолжать играть с Авиком. Давайте смотреть, у него респаун здесь первый. Возможно, будет что-то... Ой-ой-ой-ой-ой, не убил. Но ничего, датчане не расстроились, взорвали дугу, открыли счет, убрав Таза этой гранатой. И польская команда, кстати, церемониться, по-моему, особо сильно не хотела сначала, но потом подумали, решили все-таки еще немного подождать, может что-то... Может что-то получится. Ну, в смысле, решили на Б не идти быстро. Решили разыграть как-то медленно, потянуть время. Но общение на первой карте им не помогло. Здесь поможет оно им или нет, я тоже не знаю. И это очень-очень странная такая фигня. Так, раскидка флешек. Падают смоки на просвет. Еще флешек ответишь. Ну, сейчас будет просто мастер-класс приема эко, только поляки... Лол, вот это парни, а под свою же флешку белые вышли. Вот Фетиш ждал одну, стоят два белых, отходят, их тиммейт кидает флешку, и все, на ура. Кстати, у датчан вчера гранаты тоже не залетали, поэтому там флешка в своего тиммейта — это так себе мелочь. Никакая не критика. Так, читаю чат на Twitch TV, вернее, пытаюсь его прочитать. У меня только что-то... Так, Слэм, будет скайп-шоу? Да, скоро будет. Скоро будет, на следующей неделе. Ожидайте анонс уже. Я думаю, в субботу мы его проведем. Или в воскресенье. Скорее всего, в субботу. В субботу должен быть просто выходной, так как фрагбайт закончится. Матчи StarLadder'а. Матчи StarLadder'а будет много в течение недели. И вот, соответственно, в субботу, если будет день свободный, то обязательно сделаем скайп-шоу, с вами поболтаем. Но это где-то будет примерно в 3 часа дня по Киеву, в 5 часов вечера по Москве. Поэтому заранее готовьте хорошее настроение, и все будет классно. Поджим дуги, минус Паша. Ну, не удержали аркаду с дуги, все. Ну, Каджун. Ого-го, Каджун бинка. Лэнд-то все равно не пропустил. Смотрите, какой красавчик просто. Ну, поляки пытаются. Двойка отходит, двойка остается. Оставшаяся двойка не выживает. Отошедшая двойка вообще ничего не смогла сделать. Снекс убрал спину. Ну, с бомбой ты беги на Б, беги на Б. Беги на Б, давай, беги. Да беги на Б. Все, чувак убежал. Бомбу теперь не поставят, денег не будет. Короче, попахивает сейчас финалом лузеров Virtus.pro против французской команды. И вот с каждым невзятым раундом команды Virtus.pro где-то какой-нибудь NBK начинает пускать слезу.
Дюпри минус Снэкс. 6-0. Дигнитас просто великолепно. Вот так вам и датский Counter-Strike, которого не было, а тут оказалось то, что он есть. Эх, дела-дела. Ну чё, поляки, 5-4, 2-6. Надо брать Паша. Нет, без АВП. Не хотят нас Virtus.pro удивлять. Да, кстати, кто считает, то, что команды могут на этом чемпионате не палиться, я вам сразу скажу, ребят, других чемпионатов, кроме Copenhagen Games, не будет, поэтому здесь... А здесь призовой фонд такой же, как на Copenhagen Games. Ну, почти, только играете вы в интернете, поэтому не палить что-то перед ланом смысла не имеет. Но Copenhagen Games, конечно, тоже вот какие-то евреи организовывают. Непонятно, зачем они там... Уж лучше бы, не знаю, сделали... какую-то свою лигу на эти деньги, и... чтобы команды играли в интернете, а финалистов было 8 и на лане. Вот это был бы турнир. А то я вот даже не представляю, кто туда поедет и как. Не, ну поехать поедут, понятно, там все будут играть, это типа весь топ, но... Как бы призовой фонд турнира не вырос с прошлого года. Это, по-моему, единственный турнир, где призовой фонд не вырос. А, ну на фрагбайте он еще не вырос. Такой же остался. Только StarLadder в два раза вырос. Много работали на StarLadder. Ну что ж, ВП, растяжка по карте. 1-2 игрока под Б. Но он стягивается к Паше. Бомба на центре. Не могут решиться на выход. Позиции в упоре датчане не занимают. И тем самым просто, не знаю, деморализует Virtus.pro. Не оставляем ни одного, ни единственного... Не оставляем выбора просто как брать и выходить окончательно атакой в 5-4 человек на закрытые позиции датской команды. Вот это спреем таким. Ксипник встречает Пашу. Наносит дэмэдж еще по игрокам атаки. И отбьяли. Тем не менее, отлетел Каджум. Без шансов отбьяли. Ну вот дали сыграть агрессивно. ВП. Ошибка, кстати, Дигнитас. Они тут понадеялись, то, что сейчас примем. Но стрельба белого, конечно, здесь не дала себя. Ну, не дал в обиду себя парень. И ошибается Дюпри. Опять же, зря поторопился. Мог догадаться, то, что на дуге кто-то в любом случае есть. Ну и девайс никуда не пойдет, будет сейвить сувайвик. Что ж, при счете 6-0 Virtus.pro подают признаки жизни на второй карте. И один раунд все-таки берут. Ну и счет пока что по картам, друзья, не забываем. 1-0 для тех, кто не в курсе. Вот так. И что-то... Да, вот. Вот эта штука. Дигнитас выиграли Мираж со счетом 8-16. Как непонятно. За Инферно на самом деле страшно. Не за польский Инферно, а страшно становится за поляков, потому что вторую карту они могут тоже не выиграть, так как вчера датчане показали невероятный стиль игры и вообще невероятный КС. Слэм, были случаи вакбана игроков профессиональных команд? Да, у британцев очень много вакбанов. Это я точно знаю. В этом мне известно на все 100. Но они, опять-таки, большинство вакбанов, они не оправданы, потому что, во-первых, вак сам по себе не рабочий. Так, ну вот, попытка дублировать выход на Б-плент, и здесь уже сопротивление в лице Петиша, Ксипникса. Ну, короче, втроем спокойно приняли 5 человек на Б. Тут у Virtus.pro, по-моему, ну, потеряли парни в игре, как я вижу. 7-1. По-моему, они просто еще не отошли от первой карты и от нестандартности вот таких вот нестандартного поведения Team Dignitas. С ума чуть-чуть сходят. Видно то, что... Ну вот видно то, что действия у них уже не такие скоординированные, как мы... Как вы могли видеть в предыдущих матчах. Что ж, 2 СВП, первый спаун, давайте смотреть. Ать поляки никуда не идут. А что у них на респе стоит? А, все, побежал. Побежал Бьоли. Он же белый. И диглы. У него, кстати, интересный такой синий дигл. При том, что на картинке, вот смотрите, на картинке, где справа видно, да, какое оружие у игрока, дигл почему-то выглядит намного симпатичнее, чем у него в руках. Я не знаю, может, ему цвет не подходит, но как-то картинка... Короче, картинка нам лжет. Может, у меня с настройками что-то не так? Да не, вроде бы все ок. Где-то на Б этим временем дохнет Паша. Вернее, на центре. Посмотрите, куда Снэкс прошел. Вот этот поворот. Пу-пу-пу-пу-пу! Привет, Ксипникс! Ать-ать-ать-ать-ать! Привет, Снэкс! Говорит в ответ Фетиш и остается стоять на дуге. Ну, Virtus.pro ничего не остается, как просто выйти и попытаться здесь
забрать бедолагу Фетиша, но Фетиш им на самом деле сейчас показал, что он ни хрена не бедолага и расправился с оставшимися игроками. 8-1, 7 раундов разница. У Virtus.pro огромные проблемы и неприятности. По-моему, нижняя сетка будет очень-очень грубой. Хотя, знаете, с нижней сетки ВП даже могут неплохо так просануть французов. Но мне почему-то кажется, что Dignitas все-таки встретится с Титанами. И Титан в серии BO3 поляков должны в любом случае обыгрывать. Ну, не в любом случае, но такая вероятность есть. Ведь эти команды не играли в Катовице между собой, поэтому... Тем более серию BO3, да? Поэтому... Хотя или играли бы... Да, они же там все в одной группе были, господи. С ума схожу. Но типа серию BO3 они не играли. Я думаю, в BO3 посильнее все-таки будут Титаны. Если, конечно, Шокс будет попадать вместе со Скримом. Так, ну что ж, продолжаются непонятные дискорды. Так, ну все, у поляков уже... Ну, посмотрите, что Фетиш делает. Тут, по-моему, уже можно сказать, что... Вчерашняя игра команды Dignitas на этой карте... Была не какой-то там случайностью или импровизацией, или еще чем-то. Это была стопроцентная уверенная игра на характере. И Дюкри тут встречает Таза еще в коврах, выходя 9-1. Я не могу на это изнасилование смотреть. Сейчас просто нас посадят за такое. Я хочу Dignitas на StarLadder. Надо их пригласить на следующий сезон, будет по-любому. Вы только посмотрите, вот не смотришь за командой, не смотришь. Ну, знаете, вот у этих парней, типа Каджумба, Фетиша, Дюпри, Ксипникса, у них был шанс играть, но они отказались, потому что состав они формировали очень-очень длительное время. То есть даже, ну, хоть... Опачки, Бьёли пробил 20-ку, но моментально умирает. Каджумб защищает сейчас 15, падает от Таза, ставится бомба 2 в 2, Нео. Нет, никакого рандома. Кубский уходит в поисках девайса, не может найти, но боится открываться на ковры. Огонек в плент. Ну, датская команда сейчас должна заходить, в принципе, на это выбивание вообще без каких-либо проблем, если только не сдохнет Ксипникс. Вот теперь уже с Нео будет все не так-то просто. Там просто Авик остался. Авик не мобилен, Нео пушит, но Фетиш справляется. Контрит здесь нормально. Стреляет ровно, не ломится, никуда не лезет, добивает. А так бы сейчас Кубский мог еще и один на один разыграть. Ну, мы знаем, что Нео может, просто... Просто Нео не убил. Если бы убивал, оставался против ВП. Против ВП это равносильно тому, что вы играете против парня с пистолетом, которого можно дергать, у которого паника, потому что бомба что пищит, ее надо дефузить. Хотя, я думаю, там бы полетел просто, как это делают датчане. Да, они не парятся, то, что они играют на бомбе, они туда кидают дым и дефузят впятером ее. Это шутка, конечно, такая. Вчера вы видели вот эти ниндзя-дефузы, можете посмотреть на YouTube-канале нашем КССЛТВ. Там, по факту, все расписано, показано. Так, ну что ж, Virtus готовит атаку под Б-плент. На дуге пытается агрессивно принимать Фетиш. И не ловит он тайминг. Должен был дать спрей и уйти. Но в итоге ВП зачитали в оппозицию. Ксипникс смог. Вот едва-едва ВП раскинулись. Посмотрите, не знает ВП, что делать. Идти обратно или все-таки будем пробовать идти дугу. Ну, в итоге, пока думали, в этот момент под шумок их мыслей Ксипникс занял тачку, закрыл Бьели и 4 в 4. Нас ждет аркады с центра. Поляки, по-моему, ну все, они боятся идти. Они просто боятся идти. Это, по-моему, уже очевидно. А представляете сейчас, что будет? Так, одумляют хилпу, заходит на точку. Воу-воу-воу. Ну, на двоих закрыл. Опа! Опа-па-па-па-па-па-па-па. Вот такой вот девайс. Взял, убил плент. Спокойненько ушел, оставаясь с АВП. Минус Паша. 2 в 2. Таз, дуга, девайс. Ну, 2 в 1. Вот если бы дуга не умерла, все было бы нормально. А бомба стоит очень-очень четко, и ВП здесь должны выигрывать. Вот я бы сейчас девайсу сказал, а чё ты думал? Это тебе не французы, которые не слышат. Это тебе не команда глухих коллег. Здесь у парней нормальные наушники. Virtus.pro заботится о своих игроках. Они услышали твой дефьюз. Да помимо этого еще и увидели твой дефьюз. Это тебе не кинул сим... не кинул дым, сел за дефил. Тут надо зажать сначала и попасть, чтобы дефить. Но один на один было бы по шансам. Два в одного, конечно же, нет.
Ну что, Virtus.pro отыгрывают второй раунд при счете 10. Ну, конечно, при счете 10-1 взять второй, это, несомненно, хороший знак. Но выйдут ли в зону комфортного счета, я пока не знаю. Но судя по тому, что здесь происходит, сложно сказать, потому что Каджун бы тупо не сконтрил два игрока нападения. Вы видели, как это глупо выглядело. Девайс готов принимать 20, подмастил таз. Снэкс. Принципиальный фраг для Снекса. Нормально его фетиш, конечно, подогрел. В итоге ложится дым. Польская команда, по-моему, сейчас попробует пройти через этот смок на хелп. Дает еще второй смок. Ну, после второго смока, наверное, Дюпри сейчас может не созреть. Нет, ломает. Ломает все-таки Снексу голову. И остается в живых только Нео. Шансов у Кубски очень мало. Смотрите, Дюпри моментально ушел в плент. Кубски увидел игрока на коврах. И, ого-го, в углу. В углу загнали пули с ВП. 11-2. Пока Virtus.pro как мальчики для битья. Вторую карту подряд. Это на самом деле не очень хорошо для них. Но никогда... Но не будем их критиковать. Не будем опять же забывать вот тот факт, то, что взойти на вершину гораздо легче, чем на ней удержаться. Так что... Virtus.pro просто... Короче, команда, которая выигрывает один раз чемпионат и выигрывает 100 тысяч долларов, выигрывает чем, типа, Катовицы, эта команда потом просто обречена, по-моему, какая бы эта команда ни была, эта команда обречена следующие турниры потихонечку насасывать. Это как бы огромный факт. Ну, вот НИП, например, выиграли все чемпионаты до чемпионата на 250 тысяч долларов, потом, когда анонсировали DreamHack на 250 тысяч долларов, который все смотрели, но комментировать его мне запретили, бесит, конечно, да, то, что нельзя было, но ничего, обидно просто. НИП не смогли, в финале уступили в дерби. В дерби, ну, если такая команда, как НИП, проигрывает дерби, это не говорит о том, что НИП слабые, но когда-то они шли 87-0, это была их турнирная статистика, ну, до приезда в Киев. Потом Карась им показал, что такое 87-1, на 2, и что такое 87-3, и что такое 87 едь домой швед. Девайс додавливает Снекса. Так вот, что касается команды НИП, мне очень жаль, что они не выиграли два турнира на 250 тысяч долларов, потому что после второго турнира на 250 тысяч долларов невзятого я готов им подарить статуэтку с портретом Леонардо Ди Каприо, потому что этому не дают Оскара, а эти не могут выиграть. Одно другому не мешает. Давайте... Статуэтка лузер года. Выиграл все и не взял главный трофей. Так, ну что ж, Dignitas продолжают издеваться над своими соперниками из Польши. Ну и, по-моему, Virtus.pro тоже сейчас получит статуэтку Ди Каприо, если уступит Dignitas. Я... Все, у меня уже мозги кипят. Слэм, скажи 300. 300! Сака Трактор Драйверс Дик. Эх, 12-2. А почему запретили комментить? Причины же должны быть. Да, причины есть, зажали просто и все. Конкуренция, она такая. 13-2. Ну, все, тут комментировать в комментариях, по-моему, эта половина не нуждается. Мне просто интересно. Я ради любопытства для вас и для себя, да, вот правильное решение, статистику посмотреть. 18-2, 4. Ой-ой-ой, MVP, девайс, фетиш, 16-5, 15-7. Каджун к Сипнекс, 13-5, 8-6, Дюпри. И у Virtus.pro все плохо. Тасс идет к успеху. У Паши уже якорь, но с 5 фрагами. Снекс 14 смертей, 13 раз умер Нео, и Белый пока что имеет 2 MVP, 21 очко, и ровно в каждом раунде этот парень погибал по КД. Так, в трактористы ты не годен. Короче, понятно, я понял. Английский язык учите, молодой человек, который пошутил по поводу 300. Я вам на английском ответил, ваши же шутки, только вы этого не поняли. Но я вас понимаю, вы же из 8 Б. Или Е, я не знаю, хотя... Ну, короче. Датчане выходят на Б, что я могу сказать. Польская команда готова... Ой-ой-ой, Кубский! Ну, Нео просто сожрал сейчас.
Датский выход на Б-план. 13-й. Первая пистолетка второй половины за Virtus.pro. Это их первая пистолетка в этом матче за две карты. Тем не менее, ситуация такая, что Dignitas, у Dignitas 13 раундов, разница в 10. Они могут себе позволить все, что хотят. Любая импровизация. Так, Слэм, как думаешь, это 3-2-2? Да я сомневаюсь, что это 3-2-2. Это, скорее всего, просто незнание игры оппонента. Или даже, я думаю, имеет место недооценка. Ну, просто Virtus.pro, по-моему, слишком много думают о своей игре. Вот если они что-то обсудили раз, это то же самое они могли обсудить 2 раза, 3 раза, 4 раза. Да, здесь надо думать не о своей игре, а о том, что делает как раз-таки именно соперник. Потому что здесь есть очень много моментов, когда Dignitas тупо... Ну, вот сейчас, например, да? Что делают Dignitas? Они специально тряхнули 21 палец, а второй добивает, и все. И ой-ой-ой, пробит апленд, какая дыра! Минус на 15, Якаджун! Dignitas просто красавчики! Просто красавчики! Как разыграли! Мидл развели, парня на 20 выкурили, плент разбили, ВП... ВП просто сейчас похоже на какой-то... Не знаю, как в сказке, молочные реки, кисельные берега, а сами мы пудинг. 3 в 2. Нео надо постараться потащить. Заходит в точку. Чек плента. Купский, давай. И брал пистолетку. Минус 2. Выход плент. Купский. Ну, слава богу, эту бомбу хотя бы отыгрывают Virtus.pro. Но все висело сейчас на волоске. Снэкс дефузит и подбор девайсов. Но тут уже даже девайсов-то нормальных нигде нету. Ух, опять Нео поправляет. Поправляет команде Virtus.pro счет. И ждет, когда команда будет играть в Counter-Strike. Они в догонялке самими с собой. Матч продолжается. И... Так, ну вот ВП думают. Вообще хотел всегда посмотреть. Вернее, после вчерашней игры Hellraisers на Inferno мне захотелось сравнить их с игрой команды Virtus.pro на Inferno. Ну вот тут посмотрите, как, да, если сравнивать с Ашер, то совсем иные позиции. Вот почему-то здесь предпочитают контрить на этой дистанции с плунта. Агрессивно стоит Тасс на балкончике. Ну, вот, пожалуйста, Тасс на размене. А Тази известно. Ксипникс просто его сейчас будет ловить. Не ловит. Ну и выход на апленд. Как видим. Нет, покидает главку Дигнитас. Сходят с главки в этот момент. Умудряются намашинить. Стягивают одного игрока из-под Б плунта. И это, в принципе, удачная ситуация для того, чтобы атаковать точку Б. Там один Нео. Ну вот и на что. Девайс только-только подходит к дуге. Изоляция все еще лежит. Она заканчивается. Нео сейчас, скорее всего, попробует сыграть в поджим. Поляки думают то, что это А. Дыма просто слишком много. Может быть, все, что угодно. И Федиш, по-моему, в центре событий сейчас будет. Да, его зачекали. Ну, если один на 15 есть, значит, это точно Бэшка. Купский просто ждет до контакта. Понимаю, что датчане вряд ли что-то будут кидать. Потому что раунд затяжной. Уже все было выброшено. И после фейк-раскидки все стало ясно. Фетиш бреет Пашу, Нео сидит до конца. Ну вот не знаю, дернется сейчас Купский или нет, но от него зависит очень многое. Ох, Нео! Ну, богоподобно разыгрывает на Б. Brilliant play, и Типникс остается последний. Бежит сейчас и, наверное, матюкается на своих тиммейтов, говоря им. Ну что, зашли вы вдвоем на Б, да, красавчики, голубчики? Тем не менее, Типникс не сдается. Убивает Нео. До конца раунда остается 3 секунды. Ловить здесь нечего, и АКМ один сейвится. 13-5. Virtus.pro отыгрывают еще один раунд. И борьба, по-моему, будет. Без борьбы здесь отдаваться нельзя. Вот The Dust 2 между этими командами был бы самый эпичный. Я бы хотел посмотреть на противостояние. Ну, Dust 2 это карта для снайпера в первую очередь. Можно так считать, я считаю. Не знаю, как вы. Но, опять-таки, перестрелки на миде, пары, щедлина, все что угодно. С АВП посмотреть было бы очень интересно. С учетом того, что у Dignitas 4 игрока могут позволить себе играть со снайперской винтовкой. А вот Virtus.pro предпочитают играть классически и доверять только повелителю гири и штанги. Это заветное оружие, которое убивает с одной пули. Ну, короче, все, что я хотел посмотреть, как Паша будет разбирать датчан с ВП на Дайсте. Поэтому давайте понадеемся на лучшее, и, может быть, Virtus.pro дадут сейчас камбэк. Осталось, на самом деле, взять 7 раундов. Всего 7. Много, на самом деле. Ну, в первой половине надо было играть лучше. Это точно понимает ВП. Кто бы что ни говорил, но все выглядит именно так.
Так, ну что ж, Virtus.pro, которые оказались не готовыми к Dignitas, пытаются сейчас подраться. Вернее, попытаются сейчас подраться с одним пистолетом, четырьмя АКМами. Кстати, датская команда нить к игре тоже потеряла. И в этом раунде это уже прекрасно видно. Они растянулись 3-2, 3 дуга, 2 на центре. До этого они этого не делали. Значит, пытаются найти новый подход к польской защите. Ну и готовят. Готовят дымы на Б. Но это только пока что один дым. Так, бомб кэрри стянулся. И посмотрите, вот сейчас тот самый момент, когда надо показывать раскидку молотова на плент, раскидку дыма, флеша и всего прочего. Будут это делать Dignitas или нет, пока непонятно. Раскидывает Б-плент. Паша стянулся, девайс будет пытаться зайти. Опа! Паша стрижет девайс, и в этот момент начинается атака на плент. Но никого не убивают. Тасс контрит просто идеально. Бьели помогает с 15. Тасс, великолепно. Тасс пытается биться до последнего. 2-3 размен, тем не менее. Бомба есть. Бомба есть, и она будет. Ее ставит Дюпри. Что будет делать сейчас Каджумп, неясно. Отстреливается с 15. Красного загоняет. В плент пытается зайти Снэкс. Каджунг, минус плент, игра в точке, Снэкс уверенно, и в спину выходит в этот момент Кубский, который быстрым суппортом играл через КТ респаун. Ну, в общем, Dignitas неуверенно сыграли в этом раунде, очень неуверенно. Вышли в перекрестный огонь, при том, что первый игрок, который шел, почему-то смотрел в плент и даже не думал чекать балкон. Второй чекал ему пески. И по логике ты сначала смотришь балкон, потом уже выпадаешь в плент. Плент тебя никак не увидит, а здесь что-то у них не хватило до этого. Внимание, но, тем не менее, эта бомба дает им экономику, и они сейчас попробуют сыграть очередной, походу даже, ой-ой-ой, какой быстрый раунд. А поляки выходят на пуш-поджим. Гранаты в мидл, две залетают, минус 30 кп всего у Каджунба. Поляки, на самом деле, спалили сейчас свою задумку. Ой-ой-ой, как зря, и Dignitas просто в ближайшие 20 секунд точно никуда передвигаться не будут. По крайней мере, будут, но быстро этого делать они не собираются. Понимая то, что Virtus.pro сейчас тупо пустые. Так, девайс сыграл на чек, и этот чек принес ему минус 40 хп. Тасс. Тасс, водолаз. На самом деле, если бы он играл на бета, я бы его называл Тасс, водолаз, потому что по-любому этот парень бы сидел бы в бассейне и ждал бы на голову. Ну что, Dignitas, закидка аплента, при том, что очень-очень такая несухая, я бы сказал. Ну, Паша здесь должен был собирать. Сейчас попытается самопожертвование принести себя в жертву. Красный, как играет Паша. Какая флешка, какая флешка. Ставит в тупик трех датских игроков. И Паша в одиночку просто имеет датскую команду на ребрах. 13-8. Почему датчане решили с дальних позиций устроить раскидку и после этого атаковать, а вообще непонятно. Они даже в этом раунде не раскачали защиту на Б. Как они, на что они надеялись? 3-3-3-3-4, эко-раунд от датской команды. Virtus.pro начинают наступать на пятки. Потихоньку Dignitas колеблются, мечутся и не могут найти свою игру. Просто не могут найти свою игру в атаке. У них не получается. В общем, сильная сторона все-таки может здесь сейчас сделать с датчанами. Может сделать из датчан пушечное мясо. И третья карта будет в этой встрече, в этом матчапе весьма кстати. Так, ну что, без церемоний. И Паша заканчивает второй раунд. Второй раунд со своим кольтом. 13-9. 4 раунда разницы. У Team Dignitas сейчас... Опа, план. Вот и АВП. А вот и АВП. А вот и гости. А вот теперь давайте посмотрим за девайсом. Что будет делать снайпер команды. С каких позиций попробует выиграть. Зверя нет сильнее медведя. Virtus.pro вперед к победе, пишут фанаты команды Virtus.pro тем временем в чате. Ну, знаешь, я поспорить готов. Я думаю, что на самом деле вот слон может просто медведя вообще не почувствовать. Так, ну, как говорится, как дела, как в Дании, нас и мы в ожидании. Промахивается датский снайпер по... Вообще, выходя с префайром, промахивается в парня, у которого торчала голова на прицеле. Ну, девайс сейчас просто ненавидит. Ненавидит это АВП. Оставляет после себя декой. Virtus.pro совершает подсадку на Б-плинте. Но мы будем смотреть за снайпером, потому что сейчас в любом случае...
Флешечка. И опа, Кубски. Давай, тем не менее, сохраняет позицию за собой, прогоняет Кубски. В общем, этот раунд можно назвать датский тупик, как и прошлый раунд, который можно назвать датский тупик. Посмотрим, будет ли он здесь, будут ли в этом тупике находиться датчане постоянно, или все-таки им удастся убить кого-то. Ну все, пошла атака Аплен, Тасс пропустил ковры, одного выпустил. Прием с плента, нет, все, ГГ для датчан. 2 в 4, проигранный раунд. Каджунба просто снесли. Вот если на Мираже удавалось как-то в крысу заходить как-то по-тихому, то здесь вообще ничего не получается сделать. У Virtus.pro все перекрывается парным стилем совершенно спокойно. Карта Инферно для этого, по-моему, подходит. Ну, 15-20 и бэплайн. Тут везде есть перекрестный огонь, шквальный огонь на Б, плюс поджимы в начале раунда. И вот они, Team Dignitas, которые просто выглядят сейчас как беспомощные мальчики-зайчики. 13-10. Нужно брать 3 раунда подряд ВП. Экономика команды Virtus.pro уже более чем стабильная. Поэтому один раунд они еще пока могут отдать. Но держат его, по-моему, в запасе. И бороться будут в каждом и до конца. Сейвов, короче, не увидим. Но ВП пока показывают действительно собранную игру. Вот если сомнения на начало первой половины какие-то были в камбэке, то сейчас сомнений все меньше и меньше. Потому что датчан уже не летит. Нет уже вот этой прухи. Снова не играет АВП. Снова датская команда с Б-плента стягивается под А, играет практически тот же самый раунд, что и на 23-м. Ну и вот этот дубль, на самом деле, датчанам сейчас совсем ни к чему. Ну и в итоге они хорошенько подумали, развернулись. Но несмотря на это, все-таки устроили небольшую фейк-раскидку. Ну и Нео сейчас будет героем дня без галстука, зато с кольтом. Пошел, говорит, отсюда девайсу. Короче, датчане бегают с А на Б, как я не знаю кто. И мне их уже жалко. Поляки угадывают вообще все. Но самая главная проблема у Dignitas не в стратегии, не в перетяжках, не в геймплее. Самая главная проблема это просто в том, чтобы понять одну истину. Им надо сыграть быстрый раунд на одну из точек. Просто быстрый раунд, чтобы снести с ног, сбить темп игры команде Virtus.pro. Потому что пока Dignitas играют закрыто и пассивно, Virtus.pro играют также закрыто и пассивно. И, соответственно, Dignitas вместо того, чтобы пытаться выходить, ставить бомбу, потом уже отбиваться, пытаются вот делать те же самые мувы, что на Мираже. Заходить в спину, там что-то время тянуть зачем-то. Еще что-то. ВП это только на руку. И, в принципе, я уверен, что Тасс сейчас явно с троллфейсом сидит. И говорит, эй, Ксипникс! Эй, Ксипникс! Что ж, раскидка Апланта. Ну и вот, вроде бы, он быстрый раунд. Удастся ли сбить темп игры, непонятно. Тасс вообще нереально сыграл. А где флешки-то? Ни одной флешки не залетит. Короче, все. Фетиш взрывает Таза, но 13-12. И Virtus.pro, по-моему... По-моему, Virtus.pro идет в атаку. Береги, противник с раку. Сразу станет всем понятно, чья вторая карта тут. Раунд преимущества за Dignitas. И у них нет денег. Вернее, у них есть деньги на бай, но они предпочитают сыграть со снайперской винтовкой. Берут диглы и, наверное, молятся. Просто молятся, потому что если они возьмут эти пистолеты, ВП это собьет с ног. Но экономика Virtus.pro уже будет позволять здесь закупаться им до конца. Тем более они берут 13 подряд. Как бы... Ой, 10 подряд, извиняюсь. Поэтому... Что может быть хуже? Что может быть хуже? Выиграть первую половину с разгромным счетом и проиграть камбэку от поляков? Или... Походу, все-таки или. Ну, мы узнаем прямо сейчас. 14 раунд на кону между Virtus.pro и командой Dignitas. Кто-то победит сегодня. Но вот кто? Будет ли третья карта? Или все закончится на двух? Все в руках датской команды. Team Dignitas должны сейчас так. Неужели не дадут кидать? Да, залетает дым, но дают кидать. Тасс в итоге уходит, откидывая гранату, но гранаты не решают. Нео, Снекс, взрыв, дуги, девайс. 100 хп. Пострадал только Каджум. До ямы гранаты долетели. Бомб кэрри под Б. Virtus.pro моментально под этот шумок подсаживают Снекса. Ну и, соответственно, Кубски будет сейчас играть на самоотдача. Попробует в одиночку законтролировать дугу, но несмотря на то, что он может погибнуть,
будет весьма удобная позиция у Снекса, который как минимум минус 2 должен с нее делать. Ну, девайс что-то здесь, по-моему... Ну, весна пришла, и парень даже в кейсик бросается на столбы. Если уж в жизни бросается на столбы, то все плохо, а тут... Ну, вот видите, все какие красивые, у всех фотка есть. Все себя не боятся показать, а у девайса какие-то, я не знаю, что у него на аватарке. Цыплята, собаки, я не знаю. Ну вот, и он еще об столб трется. Весенний зайчик, попугайчик. Так, ну что ж, врыв на Б плент. Дигнитас, проходят кафель, кубски. Все, снекс, дерево, ну это... И смотрите, 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 чувак сидит на дереве, Дигнитас смотрит, никого нету. Откуда ты нас убиваешь? Откуда ты нас убиваешь, товарищ? Ну все, это 14-13 в пользу польской команды, и здесь преимущество никто не отдаст. Сипникс пытается стреляться, пытается что-то сделать, но... Кишка танка, видать, у датчан. Тоньше, чем я думал, это уж точно. 6750. Ну вот тот самый экраунд, который был сыгран. Сейчас деньги с этого раунда идут на попытку сравнять счет. Очень напряженная игра для датчан. Очень напряженная. Особенно если учесть, что первая карта досталась практически с разгромным счетом. Не смогли ВП выйти даже за десятку. Здесь дали уже камбэк, и Инферно все-таки действительно конек ВП. Они сейчас это доказали. Посмотрите, какие наглые тайминги. Что у датчан, что у Virtus.pro. Ой-ой-ой, как быстро зашла двадцатка. Флешки. Белый минус. Ксипникс. Выход в плент. Ксипникс. Каджун. 3-3. Плент. Проигрывает. Белил перестрелку. Точка отдается. И в такой тупик попадают сейчас Virtus.pro. Но с другой стороны, Дигнитас очень нестандартно разыграли. И оставались на двадцатке практически львиную долю времени. В итоге Снекс выбивает ковры. Нет, инфы у Дигнитас. И него не понимают, что происходит. Пытаются покусить двадцатку. Снекс тупо забирает в спину всех. Все, нужно только добить. Но Кубски... Кубски торопится и пытается присесть, зажать. Каджумпова ловит на голову. 14-14. Жесть, 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 жесть. Пахнет овертаймом. Пахнет овертаймом просто. Вот это поворот. 12 раундов, друзья, 12 раундов команда Dignitas не могла родить. И вот, наконец-то, размочили счет второй половины. Но от этого им легче не стало. Денег-то все равно нет. И 15 раунд на кону. И датчане готовят сейчас то же самое, что французы готовили против них в матче на карте The Inferno. Они будут десантироваться с ковров, при том, что массой. ТАЗ об этом не знает. Первый проходит, падает двадцатку. ТАЗа спалили. ТАЗ великолепно играет. Очень четко. Тем не менее, до ТАЗа выходят до контакта. С плунтом расправляются Дигнитасы. Второй раз родили. Но подождите. 4 в 2. 4 в 2. И пока еще ничего не потеряно. ВП попытаются сейчас сыграть на выбивание. С учетом того, что есть у каждого по молотову, можно сказать, что правильная раскидка этих коктейлей может действительно добавить масло в огонь. И они могут зайти на эту бомбу. Но мороза нету. Фетиш обходит в спину на 15. И поляки ждали какого-то прихода Иисуса Христа с библиотеки. Я не знаю, куда они смотрели вдвоем, но 15 никто не закрывал. Двадцатку тоже. 15-14. У поляков есть деньги. И сейчас, возможно... Ну, невозможно, что, скорее всего, это овертайм. Вообще, Virtus.pro... Опа, 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 чё! Паша плюс Снекс. Б плюс А. Снекс играет на два девайса. Стреляется в ВП, и после этого... Вот смотрите, что делает. Кольт себе подбрасывает на хелпу. Так, Паша сыграть не дали. Снекс на размене. Нео. Что делает Нео? Аркадит дугу. Будет пытаться сыграть из-за тачки. Дым, конечно, ему... Ну да, увидел он здесь всех на Б. Просто увидел. Ну понятно, что он играет максимально нестандартно, потому что раунд последний. Еле. Отлично. Принимает. Ковры уходят. Датчане вот... Так, ну вот датская команда снова демонстрирует гибкость, которой не хватало в предыдущих раундах. Посмотрите, увидели белого, но поняли то, что выходить уже нельзя. Сможет ли Фетиш? Нет, не смог Фетиш убить спину. Аркада от Кубски, и это просто, я не знаю, как назвать, ну жесть. Нео все-таки спокойно проходит дугу, при том, что оставив после себя молотов, он оставил не только после себя молотов, но и датчан в неловкое положение. У них 40 секунд, и они втроем. На каждой позиции стоит по снайперу, на каждой точке. Ну, вот попытка выйти 15 заканчивается смертельным выстрелом от Павлика. Типник спадет Б. Девайс. Девайс, все, отдал бомбу. Все, топы.
Овертайм. Это овертайм. Счет по-прежнему 1-0 в пользу Dignitas. Ну что ж, мы ждем готовности команд к этой встрече. Погнали. Без задержек, без всего, что может нам помешать, мы будем смотреть дальше. Напомню, что после этой встречи, друзья, мы сразу же пойдем смотреть матч между командой Титан и коллективом LDLC. Французское дерби принципиальных друг для друга соперников. Quickly против NBK, Shoxy против Quickly и Apex'а. Так, Дюпри. Хотя, знаете, вот на самом деле датская команда тоже выводы делает. Посмотрите, они стали очень гибко играть к последним раундам в половины. Ого, вот это что происходит. Так, все, поправил я экран. Вот если они... Ну, видите, как они действуют, тимплейны? Сначала откидывают дым, потом вылетают две гранаты, простреливают дым, отходят с позиции. В общем, пытаются играть на живца, но живца того самого нету. Что ж, финальный аккорд этого раунда — выход на апленд. Через двадцатку или через 15. Да, через 15 идет численное преимущество соперника. Пытаются... Ну да, все, Пашу загоняют. Пески также падают. Ну, Дюпри просто сейчас крошит правосудие. Вот как сыграл. Просто очень грубо, очень сильно и очень... И очень бездарно поляки оставили свои позиции, просто словив 2-3 флешки, которые действительно их деморализовали. Ну вот он и ключик, в принципе, к защите соперника, которого не хватало во второй половине датской команды. Но если бы они его нашли чуть пораньше, то не было бы овертайма. А так этот раунд, в принципе, ничего для них не значит. То есть они его что отдают, что не берут. Следующие два, они вполне, им вполне по шансам их забрать. Снекс пытается сейвить. Давайте смотреть за его сейвом. Минус 2 сделать смог, может будет и минус 3. Ну что ж, продолжается встреча. Пока напомню вам, что вы можете писать все приветы в Твиттер. Второй раунд первого овертайма. 16-15 в пользу Dignitas. Ну, видите, они взяли свои 16 раундов, наконец-таки, но взяли их... Но взяли их на овертайме, и теперь надо брать 19. Девайс минус Нео. Вот тут у поляков сейчас, наверное, жижечка где-то блеснула, потому что... Уже упал Кубский. Уже минус 1 на Б. Уже 2 в 2 пленты. И посмотрите, Dignitas занимают те же самые позиции, что и в предыдущем раунде. По той же схеме проходят. Нет, не та же схема. Два будут заходить. Два будут играть агрессивно на пятнахе. И, возможно, они умрут. А вот три игрока с ковров могут сейчас спокойно растерзать тазы на части. И посмотрите, один падает 20. Проходят вдвоем, забирают. Не справляется белый. Не успевают разменять. Поляки просто тупо не успевают разменивать... Своих соперников и, в общем-то, 1 в 4 снекс, я не знаю, это какая-то... Вот Dignitas вчера точно так же, как-то не по шансам, как-то непонятно брали и давили команду LDLC. Как они это делали, я вообще не знаю. Что, чекнет Каджум? Чекнул Каджум по холодильнику. Дюпри понимает, что, ой, куда ж я побежал, надо было запирать. Ну, Снекс второй раунд подряд пытается сейвиться, тоже дает под себя дымок. Ну и последний раунд первой половины первого овертайма. 17-15. Virtus.pro нужно брать 16-й как минимум, чтобы попытаться побороться во втором. С учетом того, что сильная сторона защиты... Так, кто-то у нас тут купил себе Зевса. Да, вот этот Зевс. Ну, его сразу выстрелил моментально. С учетом того, что первая половина... И вообще сторона защиты здесь сильная. И в первой половине датчане за нее давили.
Virtus.pro, в принципе, тем же самым ответили во второй половине, но преимущество было на стороне датской команды. Отнесемся к серьезностью к тому, что Virtus.pro может просто не хватить сил. Не хватить сил справиться с датчанами на овертайме. При том, что в этом раунде они играют не совсем такой полноценный бай. Не у всех есть вторые арморы. Ну, четверых игроков есть, но тем не менее. Два ФАМАСа, один 5-7, Кольт ЭКМ. Ну, и схема, в принципе, на три раунда. Два раунда А, один раунд Б. Посмотрите, втроем будут заходить. Снэкс с Нео. Два девайса. Снэкс уходит на аплэнд. На декой повелся. В итоге пошел чекать. В итоге никого нету. Ксипникс не открывается. Поляки просто боятся куда-либо перетягиваться, куда-либо идти. А датчане как раз-таки хотят, по-моему, сыграть на их перетяжке, с учетом того, что идут 3 в 2 на Б. Но стоп. После небольшой раскидки они никуда не идут. Таз минус Дюпри. Ксипникс разменивает Таза. Ну и вот она, боевая тройка, которая будет играть против Кубски. Справится ли Нео? Два уходит с дуги, девайс остается. Ксипникс. Нет, снова решили идти на Б. Залетает дым, Нео пытается спреить. Снэкс минус. И воу-воу-воу, Снэкс! Вайлдбэнк в Каджунба. И вот если бы Снэкс не перетянулся обратно, все было бы плохо, но тут буквально не хватило. Буквально не хватило совсем чуть-чуть. 17-16, первая половина заканчивается в пользу команды из Дании. Вторая половина будет еще жестче. Мы ждем готовности команд. У них, в принципе, время не ограничено на паузу, но они не заставляют нас долго ждать. Смена сторон, и Virtus.pro должны сейчас показывать лучшую свою атаку. Не ту, которая была в первой половине, а уже ту атаку, по которой они смогли сделать выводы. Так, продроп бомбы назад от Таза. Смотрим с автодиректором. Без компромиссов, без церемоний. Фаст атака, дуга. Но это не конечный вариант нападения. Все-таки этот раш уже здесь не получился, потому что датчане не занимали. Все, ложатся дымы, влетают флешки. Датчан пытаются развести на гранаты. Тем не менее, датская команда стоит плотно. Поляки занимают пятером Б, как видим, пятером дугу, и никуда не идут. И просто стоят, ждут поджима с мидла и агрессивного чека из-под Б-плунта. Ну, в итоге терпение у них лопает достаточно быстро. Они раскидывают точку, кидают под себя дымы, пытаются зайти. Дигнитасы уже втроем на точке. На кафеле падает Снэкс. На кафеле падают все. На кафеле падают все. Просто все. Нео, Паша в паре. Нео минусуют. Ну, Паша, гордость. Сегодня ты не наша, сказал капитан команды Virtus.pro и поблагодарил Пашу за хорошую игру. Падает в перекрестный огонь в 17-16. Но здесь, конечно, вот видно, что не знают Virtus.pro, куда идут и на что идут. Ну и вот он, матчпоинт, господа. Тот самый матчпоинт, которого Dignitas ждали с нетерпением. Ну, они уже минимум в ничье на этом овертайме. Но Virtus.pro из такого тоже выбирались не раз. Я помню, как они взяли первый, кстати, финал StarLadder по CSGO, обыграв под тегом ESC своих соперников под тегом Virtus.pro. Кто помнит, да? Так, посмотрите, у Ксипникса там сейчас будет шанс. Вот это Ксипня! Смотрите, что в чат пишет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Ксипникс. What are you doing, man? Just relax. And пиу-пиу-пиу-пиу. Короче, хотел сыграть как Гидрайт, сыграл как Пердрайт. И ничего не получилось у него. Сел, зажал, скилл не показал. Все пули полетели выше головы. Вот это жесть. Ну, ВП понимает, что сейчас будет выход на точку. Его придется просто осуществить. Несмотря на то, что Ксипникса они забрали, датчане готовы принимать. Но падают две позиции, все, и тут будет сейф. Не дают даже отойти девайсу, фетиш. Фетиш просто... просто идет сейвиться. И все. Ну, в общем, Virtus.pro поборется. Virtus.pro будут бороться до последнего. Конечно, если бы Ксипникс убивал, то отрезающего бы на Б не было, и мы бы вряд ли увидели такой поворот событий со стороны, в первую очередь, Дигнитасов, а не со стороны ВП. Virtus.pro, просто получив преимущество, доиграли свою задумку до конца, и, кстати, зайдя на аплент, они спокойно перекрыли за секунду
перекрыли кафель, знали об игроке вот на этой позиции и знали о том, что один игрок будет либо в пленте, либо здесь. Потому что дым еще лежал здесь. Ну, короче, видно то, что они знают. Видно то, что они знают и понимают, как играют датчане, понимают, как выбивается апленд. Последний раунд первого овертайма. Но это либо второй овертайм, либо победа команды Dignitas. Чем закончится, я не знаю. Но поляки себе придумали проблему, потому что позволили взять первый раунд второй половины. И, соответственно, экономика у них не упала. Если поляки выигрывают в этом матче, то третья карта будет Dust 2. Там тоже будет 50 на 50. Это очень интересно. Я не шучу. Каджумп. Нео. Так, у Virtus.pro все-таки, по-моему, планы на B-плент остались. Да-да-да, это Б-шечка. Та самая Б-шечка в итоге. Опа! Очень-очень-очень суровый закидон. А вот Феки! Что творит? Как зажал? Троих собирает спину к Типникс! Team Dignitas в секунду фетиш просто забревает польскую команду. Они отправляются в финал лузеров, где будут ждать победителя пары Титан Team Dignitas. Мы к вам вернемся, я к вам вернусь через несколько минут. Оставайтесь с нами, далеко не уходите. Следующая встреча, которую мы будем смотреть, Титан LDLC, победитель этой пары, будет играть матч с Virtus.pro. Встреча на самом деле по расписанию примерно через час, но мне кажется, что сейчас судьи придумают и сделают все возможное, чтобы начать ее немного пораньше.